Также в ходе рабочего визита в Балаково губернатор посетил и строящийся торговый комплекс. Новый гипермаркет «Лента» появится здесь уже в середине декабря текущего года. По словам губернатора, компания ведет социально ответственный бизнес. Помимо строительства гипермаркета и создания рабочих мест, ими была благоустроена прилегающая территория. Сделано ограждение для школы и жилого дома, в котором заменили старые окна в квартирах на новые пластиковые с повышенной шумоизоляцией. Также сделали облицовку фасадов цветовой гамме нового магазина. По мнению губернатора, саратовским бизнесменам стоит перенять такой опыт у балаковских коллег. Можно не замечать, что построили очередной магазин и сказать все остальное. Но как не замечать, когда это 240 с лишним рабочих мест, когда это уже взнос в копилку по выкупу территории, когда это взнос по благоустройству всей прилежащей территории, коллеги. Это вот показательный пример.